Мария Владимировна, вы нередко высказываетесь не только на тему внешней политики и деятельности МИД, и нам это очень нравится. В связи с этим наш вопрос. Гордитесь ли вы тем, что россиянка Любовь Соболь попала в список самых вдохновляющих женщин, составленных BBC? Как вы к этому относитесь? Ну, что, серьезно сейчас вот этот вопрос-то задаете? Ну, почему бы и нет? Вы сами придумали или вам из Вашингтона прислали? Сама. Вы знаете, я... Вот жаль, что вы, опять же, вроде как и как-то какую-то каверзу хотите тут придумать, а у вас все никак не получается. Я к подобным спискам отношусь так, как и говорила об этом пару лет назад, когда сама была в них включена. Вы можете обратить внимание на это мое заявление и комментарий, который был сделан. Он абсолютно актуален и на сегодняшний момент, как в контексте всех остальных участников и фигурантов этого списка, так и в моем конкретном случае. Это все. Я еще раз хотела бы подтвердить свою позицию, свое отношение вот к подобным спискам и так далее, и так далее. Серьезного отношения у меня к ним нет. Об этом я очень подробно говорила пару лет назад, в частности, когда в него была включена.